А? Жизнь до такого довела. Мне снился сон, я во сне свободен был от дел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел, и мой сосед говорит: привет, ну как дела, и сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла, ну как дела, простой вопрос, но вот ответ, не так уж прост, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я так каждый день. Собираюсь я найти ответ, но столько дел, что минуты нет, свободы нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь. А с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой ты иным делам ответить, нет, урок не впрок. Старика не понял я тогда, опять звонок. Трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я так каждый день. Собираюсь я найти ответ, но столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Не снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ, не знаю как. Но на этот раз сказал я: нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я так каждый день. Собираюсь я найти ответ, но столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Дела, дела, дела. Как дела? Опять эти дела. Оп, кроссовка зашла. Такие я люблю дела.